Всем привет! Сегодня я расскажу о простом проверенном средстве от грибка ногтей. Этот рецепт поможет каждому человеку вылечить грибок ногтей, а период лечения будет зависеть от степени заболевания. Теперь сам рецепт. 70% уксусную кислоту необходимо смешать с глицерином в пропорции 1 к 1. Перед применением смесь необходимо встряхнуть. Смазать пораженные места ватной палочкой. Применять такой метод необходимо каждый день, утром и вечером. После процедуры важно посидеть пару минут, подождать, пока средство подсохнет, затем надеть чистые носки. Если случай не сильно запущенный, то при регулярном лечении через 3 недели можно излечить грибок на ногах. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Не забывайте поделиться этим простым рецептом со своими друзьями. Всем пока, до новых встреч!